Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Юрий Филин нами. Как прошла игра? Знаете, вот я, конечно, не знаю, как там у ребят соперников сегодня состав, но я, если честно, не ожидал такого результата, потому что у нас сегодня не было трех ключевых игроков, но, тем не менее, победа 5-0, конечно, топ-парадом. В чем причина? В чем главное успеха? Причина, ну, пожалуй, наверное, в дисциплине сегодня, потому что никто не покидал свои позиции и забили свои моменты. Ну, спасибо. Надеюсь, в следующих матчах будет так же, еще лучше. Мы тоже надеемся.